Родина проиграла. 20 февраля в Нижнем Новгороде состоялся матч между Кировской Родиной и местным Стартом. Игра прошла в рамках второго этапа чемпионата России среди команд Суперлиги. Игра закончилась со счетом 3-1 в пользу хозяев льда. Тренеры команд отметили, что игра была тяжелой, а погодные условия сложными. Благодаря этой победе Старт обогнал кировчан в турнирной таблице группы номер 2. Теперь Кировская Родина на четвертом месте с 2 очками. Отыграться наши хоккеисты смогут 24 февраля. В этот день наша команда будет принимать нижегородцев на своем льду. Начало матча в 13 часов. Отмечу, тренер Родины признает, что нужно работать над слабыми местами. Наша беда, наверное, всего этого сезона, то, что в организации атаки нет у нас нападающих, которые могут реализовывать момент. Вернее, так, почти уже не осталось всех перебитых, которые могут что-то впереди наметать и создавать какие-то эпизоды. Поэтому получилось так,